Всем привет! Вы на канале Милашка Малышка. И сегодня по просьбе моей подписчицы Катерины Волчицы я вам покажу локацию отель. И если вы также хотите попасть в мое видео, то будьте самым активным на моем канале. И самого активного человека я упомяну в следующем видео. Заходим. И в этой локации, кстати, почему-то нет секретиков. Ну, я просто вам покажу обзор локации. Так, ну как всегда выбираем персонажа. Так. Давайте как бы это отель, да? Так что давайте выберем семью. Так. Ну пусть вот будет у нас мама. Вот сын. Так. Вот папа будет. Так, и еще можно человечка какого-нибудь. Давайте вот эту девочку. И вот эту девочку возьмем. Вот. Смотрите, получается, мы заходим в этот отель. И здесь у нас регистратура. Так, ну смотрите. Мы сейчас почти всю семью. Вот здесь вот посадим. Ну, чтобы просто сидели. Так, а мама и папа будут там выбирать номер. Так, смотрим. Значит, посмотрим первую квартиру. Вот тут, видите, 3 этажа. Посмотрим первый этаж. Ой, я забыла персонажей посадить. Ладно, давайте так. Посмотрим. Или можно... А, их же, скорее всего, можно вот тут взять. Да. В следующий раз их не забудем лифт посадить. Так, смотрите, получается, мы заходим здесь... Вот такая вот комнатка, где всякие губки, туалетная бумага, ну и все другое для ухода за домом. Так, здесь дальше получается рабочий стол, компьютер тут. Тут такой небольшой коридорчик, дверка, открываем. Тут еще один такой коридорчик. Здесь ванная, ну смотрите, ну тут шапочка есть, халат, всякие средства тут. Ну, душ. Ну, в принципе, прикольная ванна. Так, тут... смотрите, тут кровать только на одного. Так, шкаф, холодильничек, продукты. И тут вот такой вот сундучок, в котором вот такой кубок и зелененький кристаллик. Так, ладно, мы проходим дальше, так как эта квартира уже не подходит для нашей семьи. Так, и едем на второй этаж. Загрузка. Так. Здесь у нас, когда мы выходим из лифта, здесь коридор. Тут у нас какая-то такая разноцветная какашечка встречает нас. И цветочек. Так, проходим. Тут у нас опять такая же дверка. Здесь, смотрите, стулья сразу подходят для нашей семьи. Это уже успех. Смотрите, тут еще есть балкончик, ну, холодильничек. Давайте сразу будем убирать отсюда персонажей, чтобы они нам не мешались. Тут у нас туалет, ну, тоже такой же уютный. Так, тут двухместная кровать. Вот такая... На полочке, вот тут две такие вот игрушечки, картинка и светильничек. Так, тут такой же шкаф и две кровати, а еще вот кровать для малыша. Ну, давайте девочку эту уберем. Вот, получается, это подходит прям вот в точь для нашей семьи, для 3 детишек и для 2 родителей. Давайте мы все-таки посмотрим последний этаж и пойдем уже заселять наши персонажи сюда. Третий. Ну, возможно, нам еще третий подойдет. Ну, сейчас посмотрим. Ну, так вот. Здесь мы заходим, тут вот какие-то чемоданы. Давайте откроем, посмотрим, что в них. Тут чья-то одежда, тут маленький костюмчик и машинка. Так, коридорчик.
ванная здесь у нас. Ну, только тут везде душ, а тут ванна прям. Ну, прикольно. Так, тут кровать для какого-то одного ребенка. Игрушечка вот такая вот. Еще игрушечка. Бутылочка с молочком. Компьютер. И картина с яблочком. Так, здесь у нас гостиная. Можно посмотреть телевизор. Давайте посмотрим. Кстати, диски. Давайте посмотрим. Там могут быть фильмы. Так. А, это игра, смотрите. Давайте дальше. А здесь, видимо, про котиков всякие. Давайте мы это оставим, мы пойдем дальше. Так, и тут кровать для двух взрослых, шкаф и такая тумбочка. Что, кстати, тут пусто. Хорошо, ну, в принципе, мне нравится, тут такая спальня прикольная. Так, идем дальше. Тут у нас покушать и балкончик с вот такими лежачками. Но это для нашей семьи не подходит, поэтому идем вниз за всем, за всей нашей семьей. А, хотя мы же можем вот тут вот и взять, поэтому мы, наверное, просто едем на... Ой, я перепутал. Ладно, все равно поехали на нулевой. Так как они выбрали квартиру, сейчас они заберут просто ключик и, наверное, пойдут там по своим делам. А потом уже к себе в квартиру. Так, забираем ключик от второго этажа. Хотя давайте мы его чуть попозже возьмем, просто он сейчас в руках нам будет мешаться. Мы просто забронировали его. Так, все. Берем всех наших персонажей и идем дальше. Так, смотрим. Ой, здесь мы можем что-нибудь себе прикупить. Ну-ка, я хочу посмотреть, кстати, как этот рюкзачок. Ой, мне нравится этот рюкзачок. Давайте мы что-нибудь тут купим. Так. Смотрим, что тут есть. Игрушечка, книжечки, чайничек. Кружки, кофточка. Смотрите, какой-то костюмчик. Ну, тут купальников целая куча. Часики, еще игрушечка. И всякие средства для ухода. Так, а здесь еще, смотри, сумочка и фотоаппарат. Так, давайте что-нибудь купим. Давайте возьмем, наверное, часы и... Что еще можно взять? И давайте, наверное, рюкзачок. Часы. Ой, рюкзачок мы только что упаковали, вот часы. Вот так вот. А давайте выберем нашим персонажам еду. Так. Давайте вот это папе. Кукурушке. Маме. Давайте... Во, пончик. Дочке. Арбузик. Еще одной дочке. И кукурузку давайте для... Вот, мы их накормили, получается. Можно здесь еще напитки всякие. Давайте вот водичку, например. Водичка. Сок. Что здесь? Кофе можно, кстати, налить еще. Кофе. Еще вот такой вот какой-то напиток есть, смотрите. И вот давайте ей тоже этот же напиток. Все. Так, берем наших персонажей и идем заселять их в номер. Так, сейчас сначала вот этих вот персонажей поставим в лифт. Едем на второй этаж. Загрузочка снова. Выходим на наш этаж. Так, давай
Давайте сейчас сразу всех по комнатам расположим. Так, беру, получается, вот этих двух персонажей. Это будет их комната. Значит, сделаем ночь. То есть уже день закончился, и сейчас будет ночь. Так. Вот так вот. Все, как будто наступила ночь, и они ложатся уже все спать. Выключаем свет. Ну, то есть, где он нам не нужен. Тут давайте оставим. Тут давайте вот один свет оставим. Или хотя давайте вот этот наоборот выключим, а вот этот включим. По-моему, лучше светит. Так, и берем вот этих вот персонажей. Так, давайте откроем подарочки. Тут поставим вот часики. А рюкзачок. Шкафчик. Мусор. А, да, вот, смотрите. Хоп. Эй. Ну, что такое? Ладно. Все, теперь одна из девочек просыпается и идет покушать. Открываем, что у нас тут есть. У нас есть какие-то чипсы. А что? Застыли чипсы. Хоп. Все, она их съела. И давайте газировочку ей дадим попить. Так, ну давайте, когда все спят, уже вот ребеночку уснул, мама может спокойно идти принять душ. Так, давайте, вот. А, нет, наверное, полотенце оденем. Так. Весим пока что ее одежду, снимем шапочку ее. Дадим ей вот эту вот шапочку. Эту кладем вот сюда. Включаем душ. Шампунь. Достаем ее. Давайте ей оденем халат, вместо ее платья. Ну, в конце концов, какая разница. Все равно уж спать. Нет, подожди. Так, оп. И сюда полотенце вешаем. Вот. Шапочку снимаем. Ну, шапочка, в принципе, нам тоже уже не понадобится. Кладем ее вот сюда. Давайте, кстати, с вот этой девочки тоже снимем ее шапку. Папа тоже с ним шапку. Оп. Все. Так. Ну и, наверное, на сегодня все. Так что подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. А также не забывайте заходить в мою группу ВКонтакте и Инстаграм. А также в группу ВКонтакте Тока Бока. Всем пока-пока.